В этом году в Карачаево-Черкесии планируется заложить яблоневые сады интенсивного типа на площади 100 гектаров. За минувшие годы республика совершила огромный рывок в области садоводства. Причина этому не только благоприятные климатические и логистические условия, но и в первую очередь высококвалифицированные специалисты в области садоводства. На сегодня большинство крупных садов региона яблоневые. Кроме того, в 2018 году в Карачаево-Черкесии был заложен первый в России грушевый сад. Как подчеркивал ранее глава региона Рашид Тимрезов, к 2030-му планируется почти вдвое увеличить площадь промышленных садов. Таким образом, к данному периоду площадь составит 2000 гектаров. Такие темпы и объемы развития садоводства позволят региону полностью обеспечить потребности населения качественными фруктами и минимизировать долю импорта, считает глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов.